произведение, которое предстоит нам услышать, было создано в последние годы тогда уходящего 20 века. Ученица Георгия Александровича Шапорина и Евгения Кирилловича Голубева, ныне профессор Московской консерватории, кавалер Ордена Дружбы, композитор Татьяна Смирнова. Послание Рахманинову, ария «Вокалис», посвящен Александру Загоринскому из цикла «Романтические послания», опус 91. Исполняют Александр Загоринский, Марина Евсеева.